У ефірі програма «Новини регіону», у студії Олена Міліщенкова. Добрий день сьогодні у випуску. Слово подяки і гоноровые листи. Больш за 70 чоловік отримали узнагороди облвиконкома за уклад у розвиття регіону. Город приязний для дітей, город, де комфортно вчитися і безпечно гулять. Ті відповідає Могилєв гэтым критеріям. Новая пляцовка, форма и спортивный инвентарь. У Краснопольском районе з'явился центр подрыхтовки юных хоккеистов. Еще одна великая семья з'явилась в Могилевской области. Дитячий дом семейного типа открылся в Могилевском районе у вёсты Николаевка. На Могилевщине он 57-й. Открытие промерковали до акции «Эстафета добрых справ», что ладится с нагоды святкования 80-годия в области. Батьки-выхователи Светлана Федоровна и Александр Александрович. Зараз у их семьи 5 детей, родная дочка и 4 приемные хлопчики. И у худким часе до их долучится еще одна девчинка. Для великой семьи просторный двухповерховый дом у добрым месте недалеко от леса и у той же час усім побач з обласним центром. До речі, Светлана Федоровна – прийомная мати з 2006 года. Яна виховала і подрихтувала до самостойного життя 9 дітей. Тепер яны виросли, отримали професію за техніка до програміста і будують власні сім'ї. Больш за 70 чоловік отримали слово подяки, гоноровые листи за особистий уклад у развитие региона у гонор 80-годия Могилевской области. У залі врачи, педагоги, механизаторы и спортсмены. Кожны из них поважаны не только у своем коллективе. Гэта узнагорода, своеасаблівая подяка от уладу региона за працу и жадання професійна развиваться. Я на одном месте проработала 23 года, как бы все свои силы прилагала для того, чтобы оказывать помощь людям, применять свои знания для того, чтобы улучшать здоровье нашего населения. Работа мне нравится. Сейчас зимнее содержание у нас идет. Зима в этом году как-то какая-то несерьезная. Бывают и морозы, бывают и снега. Опять же, я работаю и на погрузчике, и на аутогрейдере. Ну, летом укладка асфальта, у меня еще и каток имеется. Ну, совмещаю профессию. Город приязный до детей. На гэты гоноровый статус у 2018 году претендуем Могилёв. Город, где комфортно учиться, безопасно гулять, город, где громадство прислуховывается до интересов детей. Те отповедая Могилёв гэтым критериям, обмерковали представника Анрашед Мустафа Сарвар и старшиня облвиконкома Владимир Доманевский. 5 год тому Могилёв долучился до проекта ААН «Город приязный до детей». За гэты час было реализовано шмат инициатив и проектов по подтримке и обороне детей. А зараз надышел час подводить выники. Могилёв имеет очень хорошие показатели. Могилёв доказал последние несколько лет большие успехи по работе детям и подросткам. Допустим, Могилёв имеет самый высокий тренд развития детского населения. Летась гоноровое звание спогадливого до детей города отримали Минск, Барановичи и Новополоцк. Этот контакт на государственном уровне, на уровне власти, местной власти, области и города, он дает возможность нашим учреждениям контактировать, реализовывать уже свои проекты. Нам уже даны конкретное поручение по проведению в городе Могилёве конференции, где мы можем поделиться опытом, изучить опыт других городов в реализации подобных программ. До инициативы ЮНИСЕФ подключились больше за 900 городов света. Усё лета, кроме Могилёва, на гоноровое звание претендуют Костюковича, Шклоу и Горки. Дарья Семянько, Юра Уласов, «Новини региона». 58-годовый мужчина загинул на пожару у Круглым. Как поведомили в областном управлении Министерства по надзвичайных ситуациях, пожар отбылся у Бытовца на территории цагельного завода. Когда вертовальники прибыли на место здарения, будинок горел открытым полымем. Во время ликвидации возгорания яны нашли тело мужчины. Огонь полностью уничтожил бытовку. Причину пожару высветляют специалисты.
прыгажунь Могилёвской области чекают на отборочный тур национального конкурса прыгажости «Мисс Беларусь-2018». Кастинг у Могилёва пройдет 1 лютого. У всех, кто желает принять удело, организаторы запрошают у концертную залу Могилёва у четверг с 11 до 18 годин. С некоторыми претендентками на звание самой пригожей девчины Беларуси познакомилась наша здымочная группа. У гэтых прыгажун зараз апошнія прыгатаванні. Міс Беларусь для іх чаканая падзея. Дэфілі на камеру якраз да месца. Такія невялічкія іспыты яшчэ больш надаюць упэўненасці. Каждый из нас старается совершенствовать это, то есть подчеркивать свою внешнюю красоту и гармонировать с внутренней, развиваться, читать, учиться. Хотелось бы, чтобы все-таки эта гармония отражалась и в конкурсе, гармония красоты и внутренней. Гэтыя будучыя канкурсанткі вырашылі падрыхтаваць і харэаграфічны нумар. Хаця гэта і не абавязковая ўмова конкурса. Кожная сама выбірае, як прыпаднесці сябе перад журы. Прэтэндэнтак на тытул «Міс Беларусь» зараз адбіраюць па ўсёй рэспубліцы. Акрамя кароны і ўдзелу ў міжнародных конкурсах прыгажосці, пераможца атрымае буйны грашовы прыз. Так што мадэлі актыўна працуюць над сваім знешнім выглядам. Следить за собой, правильно питаться. Но мне кажется, для участницы конкурса «Мисс Беларусь», особенно для победительницы, это не самое главное, важное, это, наверное, внутренний мир, какая-то внутренняя гармония, эрудированность. То есть именно для финалистки, для победительницы конкурса это важно. Стараюсь питаться правильно, вот, занимаюсь спортом и тем самым поддерживаю свои параметры. Ну, ты поделишься вот у тебя вот лично, какие, расскажи мне. 84-91 – это обхват бедер, и талия у меня 61. Может ли модель позволить себе шоколадную конфету, к примеру? Ну, конечно, можно. Это вкусно. И иногда полезно даже кушать шоколад. Удельницы от Могилёвской области что раз привозят с «Мисс Беларусь» стужки пераможцев у самых разных номинациях. У 2006 года была и увогуле перемога. Повторить такой поспех теперь можно знов. Кастинг 1 лютого. Прыгажунь, яким есть 18 год, чекают у концертной зале Могилёва. Все наши девочки, которые еще не были на отборочном туре, на нашем региональном, кто-то не успел по каким-то причинам. Мы ждем всех. А вдруг это ваш шанс стать королевой красоты, стать лицом Республики Беларусь. Приходите. Один из советов наконт того, что взять с собой на кастинг – упэўненасць, настрой и обуток на абцасах. Красота спасет мир! Олеся Рыбалка, Александр Тарасов, «Новини региона». Центр подрыхтовки юных хоккеистов з'явився у Краснопольском районе. Школу агроградку Яновка отримала финансовую поддержку по линии ПРОАН. За сродки гранта удалось побудовать новую хоккейную пляцовку, набыть для школьников форму и спортивный инвентарь. И вот надошел час организовать хоккейный фестиваль. Раз, два, три, вперед! Девятиклассники настроиваются на серьезную ледовую битву. Як нияк обороняют гонор района. У колерах его флага и новая амуниция. Еще ни разу не играла в этой форме. Вот сейчас будет первый бой, испытаем его в бою. Команда Яновской школы не ведая ровных у Краснопольском районе. Але тут выпадок особливый. У першиню гуляют с серьезными соперниками с соседних районов. И нельга сапсовать настрой своих одноклассников и батьков, перед якими выступают. Максим у нас вратарь. Я с Игорем, мы нападающие. Коля нам помогает в нападении, но Антон защитник. Тренируемся мы где-то лет уже по 3-4 года. Гарачым выдался матч Яновки и Чавускага Метеора. Клюшки трашать и мороз не бере. Горше и по замежах ледовой пляцовки. Надо! Надо, надо, надо! Правилы гульни тут спрощенные, пляцовка удвоя меньше стандартной. У первом матче перемогли чавусы. Победили мы за счет командной игры. Мы больше пасовались, а одни поодиночке почти ездили. Отличная площадка, очень хороший лед, но чуть-чуть бы длиннее еще и вообще было шикарно. Можно было НХЛовский матч проводить. Яновка – хоккейная столица Краснопольщины. Так называется мясцовая инициатива, якая отримала грант по программе развития ААН и финансовую поддержку с районного бюджета. И коли ранее команда агрогородка ездила на турниры до соседей, а тренировалась на озере, то зараз тут активизуется хоккейное життё.
Мы надеемся, что вот благодаря реализации данной инициативы Яновка вообще станет базовым учреждением образования у нас в Краснопольском районе для развития хоккея и в Краснополе, и в том числе и в ближайших регионах. А на этом наш вывод завершен. Приемного вам дня. До встречи.